А если ты трансвестит? Трансвестит – это ненормальный, который любит носить женскую одежду. Он может не быть гомосексуалистом, он совершенно не опасен. Однако, такой тип – явное бельмо на глазу флота, где залогом дисциплины служит то, что все одинаково одеты. Меня допрашивали 4 психиатра. Первый психиатр. Ленни, вы участвовали в гомосексуальных актах? Нет, сэр. Второй психиатр. Вам нравятся женщины? Да, сэр. Третий психиатр. Вы получаете удовлетворение от сношения с женщиной? Да, сэр. Четвертый психиатр. Вам нравится носить женскую одежду? Иногда. Когда именно все четверо? Когда она мне по размеру?